Итак, на секундочку мы остановимся на нашей веб-конференц-комнате. Пожалуйста, обратите внимание, для того, чтобы мы могли качественно друг друга слышать и видеть, в веб-комнате существует несколько возможностей расширить экран. Пожалуйста, расширьте экран, насколько это возможно. Вот обратите внимание, вот сейчас я показываю возможность изменить размер экрана, с тем, чтобы центральная часть, где будет производиться демонстрация всего происходящего сейчас в комнате, можно было ее увеличить максимально. Не все пользуются экранами widescreen, поэтому, пожалуйста, имейте это в виду. Это необходимо для нашего с вами продуктивного, благодарю, сотрудничества. То есть максимально раздвиньте в веб-комнате размеры экрана для того, чтобы мы могли продуктивно отработать. Кто это сделал, пожалуйста, поставьте плюсы, кто сделал, раздвинул экран максимально, насколько это возможно, с тем, чтобы... Да, благодарю. Благодарю Валентина, Людмила, Екатерина, благодарю вас. Для чего это делается? Для того, чтобы размер экрана у вас читабельный был, для того, чтобы вы могли качественно и хорошо увидеть ту информацию, которая будет вам сейчас представлена. Благодарю вас. Я надеюсь, сейчас большинство участников конференции отработает этот момент, и мы двигаемся дальше. Отлично. Ну что, поехали? Вперед! Итак, начинаем с сайта Coral Order. Обратите внимание, это новая регистрация. Каким образом можно изменить язык? Вот таким вот образом нажимается иконка, меняется выбор языка, и мы попадаем на страницу выбора языка. Кто не знает, пожалуйста, ознакомьтесь. Вот так мы изменяем нашу страницу. И что самое главное, обратите внимание, в нижней части экрана есть кнопка «Присоединиться к Coral Club». Обращаю ваше внимание на следующее. Это открытый вход. Здесь на сайте Coral Order существует два входа, открытый и закрытый.
Ссылки, которые вы будете давать, не залогинившись, то есть не зайдя вовнутрь сайта, это открытые ссылки. Все те ссылки, которые вы будете отправлять кому-либо залогиненные, то есть уже после того, как вы вошли, имейте в виду, человек, которому вы отправляете эту ссылку, ее может не открыть. Простите, но кто не слышит меня, кто слышит меня, пожалуйста, подтвердите, как с меня слышно. Есть звук. Спасибо, что Людмила из Татарстана говорит, что нету звука. Благодарю вас. Благодарю. Обращаю еще раз внимание, эта ссылка есть открытая. Двигаемся дальше. Регистрация на сайте, которая посредством онлайн-регистрации можно сделать прямо вот сейчас, любое, выбрав страну, которую вы, в данном случае я выбираю Украину, так как я с Украины. В вашем случае вы выбираете ту страну пребывания, где вы находитесь, или того человека, где, кого вы регистрируете. Если кого-то в этом списке нет, можно будет обратиться в службу поддержки. Здесь вашему вниманию представлена обычная анкета. Анкета, которую вы привыкли все заполнять и знаете. Ага, подождите секундочку, давайте так. Все ваши вопросы, пожалуйста, чуть позже, в конце нашей конференции, для того, чтобы можно было не отвлекаться на эти вопросы. Но сразу вам говорю, в регистрации, в регистрационной форме Coral Order есть индивидуальные данные, персональные данные, где вы можете изменить свои координаты, например, местоположение, как вот Потапова Ольга спрашивает. Итак, двигаемся дальше. В нашей конференции сейчас вы видите анкету пользователя, где в первых строчках вы пишете номер рекомендателя, далее имя рекомендателя, фамилия рекомендателя и данные того человека, которого вы регистрируете. Я прошу прощения, давайте еще раз все ваши вопросы в конце конференции нашей. Итак, двигаемся дальше. Обычная анкета. Поля, отмеченные красной звездочкой. Поля, отмеченные красными звездочками, это поля, обязательные к заполнению. Обращаю ваше внимание, что в этих полях нужно заносить действующий логин, действующий email адрес и пароль, который вы будете указывать при регистрации на сайте Coral Order, он же будет действителен для нашего сайта Coral-Club. Два разных сайта, один и тот же логин, один и тот же пароль. Вот таким вот образом выбирается месяц и год рождения. Вы выставляете свою принадлежность. И обращаю внимание, здесь не очень хорошо видно поле. Обратите внимание, поле, куда вводится код. Я сегодня буквально регистрировал человека и не смог человек увидеть сразу с первой попытки, где именно нужно вводить код регистрации. Это так называемый, вот я отмечаю, пишу код. Это код называется защитный код от спам-регистрации. Если вы не видите картинку, то есть нечитабельные, допустим, цифры, обращаю ваше внимание, внизу под квадратиком есть кнопка, слово, ссылка, изменить картинку. Да, разумеется, пароль одновременно меняется везде. Вот таким вот образом меняется изменить картинку. Ставите галочку «Я согласен с условиями регистрации» и нажимаете слово «Продолжить». Я сейчас этого делать не буду, для того, чтобы вы могли это сделать, проделать сами и двигаться дальше. Итак, регистрация на сайте. Регистрация на сайте, обратите внимание, если у вас уже есть клубный номер, если вы уже являетесь членом клуба, но вы не зарегистрированы на сайте,
нажимаете вот эту ссылку «Регистрация на сайте». Здесь проходит практически таким же образом регистрация, затем лишь исключением, что у вас уже есть свой номер, клубный номер, верхнее поле, обратите внимание, с красной звездочкой, куда вы вводите действующий свой номер, дату рождения и свой e-mail. Обязательно знакомьтесь с небольшими правилами. А именно, на ваш e-mail, действующий e-mail адрес, будет выслана ссылка, которую нужно будет подтвердить практически сразу, в течение буквально минуты. Вы заходите на свой e-mail адрес и на свой e-mail и подтверждаете регистрацию. В случае, если вы забыли свой пароль, то система восстановления пароля действует подобным же образом. Нажимаете на слово «забыл пароль» и вас на вашу почту, отвечаете на вопросы, приходит ссылка, где вы указываете свой непосредственно новый пароль и заходите на сайт по-новому. Можно ли регистрировать? Я вас очень прошу, Екатерина, Кристина, давайте все свои вопросы в конце. Я немного отвлекаюсь на это дело, поэтому, чтобы не отвлекаться, я закрываю поле чата для того, чтобы оно меня не отвлекало. Вам же будет лучше, вам будет понятнее. Пожалуйста, свои вопросы сформулируйте в конце конференции. Итак, двигаемся дальше. Регистрация. Закончили регистрацию или просто мы входим как уже действующий член клуба. Вводим свой логин, я вот в данном случае ввожу свой логин, пароль и заходим на сайт. Обратите внимание еще на дополнительные ссылки внизу. Вход, регистрация на сайте, получение клубного номера. Практически... Почему на каждый раз требует пароль? Поймите, система безопасности, вы поймете чуть дальше. Здесь, на этом сайте, расположены деньги, которые можно просто-напросто украсть. Для того, чтобы этого не происходило, но компания защищает ваши интересы и, соответственно, свои. Поэтому пароль требуется каждый раз. Мы еще с этим сейчас вас познакомлю. О том, что на сайте уже введена форма получения так называемый Coral Wallet, коралловый кошелек, на который вы сможете получать свои бонусы. Так, двигаемся дальше. Личный кабинет, мои заказы, вот Coral Wallet, кстати говоря, к вашему вниманию. Зайдите, посмотрите, подождите, пожалуйста. Вот мы определяем наши, вот как сделать покупку. Практически Coral Order это является что? Интернет-магазином. Вот как сделать заказ, детальное расписание всех ваших действий при оформлении заказа. Так называемые справочные материалы. Пожалуйста, внимательнейшим образом ознакомьтесь. Я вам сейчас это покажу, как это делается, но для тех, кто, так сказать, не успевает это все запомнить, пожалуйста, зайдите и посмотрите. Вот вашему вниманию представлено следующее. Вы зашли, как сделать на страницу, как сделать покупку, и вот оплата кредитной дебетной картой с помощью системы PayPal. С помощью этой системы PayPal вы можете оплатить свой заказ. Или с лицевого счета. Обратите внимание, чуть ниже вот есть оплата с лицевого счета. Каким это образом будет сделано, сейчас вы увидите. Итак, в разделе «Контакты» обратите внимание, служба техподдержки, клиентской техподдержки. Работает практически круглосуточно, обычно. График работы с понедельника по пятницу. Кроме всего прочего, обратите внимание, вы можете связаться с менеджерами нашей клиентской службы. По скайпу нажимаете на эту ссылку, вы попадаете на свой скайп, и там вы все увидите. Трансферный счет покажу чуть позже, пожалуйста. Сейчас вы все увидите, не торопитесь. К примеру, мы сейчас с вами зашли на страницу акции, где вы можете просмотреть акции, какие действуют. Вот открылась страница. Вот таким вот образом можно изменить размер, количество заказов в вашей корзине.
Акционные заказы, обращаю ваше внимание. 4 плюс 1, 3 плюс 1, 2 плюс 1. Обращаю ваше внимание на количество того, что вы заказываете. Вот, к примеру, мы сейчас зашли на страницу «Уход за волосами». И вот я хочу добавить в корзину бальзам. Бальзам для волос. Добавляю в корзину. И, обратите внимание, в верхнем углу, вот здесь, появилась запись. Один товар, цена $16. Видите, да? Отлично. Вот вы зашли, записали. Супер. Двигаемся дальше. Я хочу посмотреть заказ, свою корзину. Таким вот образом можно пройти по всему списку товаров, заказать, кто пользуется интернет-магазином, знает эту уже процедуру, заказать то необходимое количество товара, которое вам понадобилось, и затем, перейдя в корзину, вот таким вот образом оформить заказ. Понятно, да? Тут вы можете же изменить количество. Оформляем заказ следующим образом. Обратите внимание на несколько вариантов доставки. Ground Service, UPS, UPS Next Day, Air доставки. Что это означает? Это система доставки, ну, DHL, кто может, кто знает UPS, кто знает курьерская служба доставки. Но это практически аналог. Почему UPS здесь? Потому что компания сотрудничает с компанией UPS. Доставки по Соединенным Штатам, к примеру, по западному побережью, насколько я знаю, практически по всему западному побережью, имейте в виду, на сегодняшний день стоит ноль. Я прошу прощения, но вот у меня сейчас на контроле, на контрольном экране у меня пока все нормально, но у меня хорошее. Если нет товара на складе, то имейте в виду, вам будет это указано в обратной связи. Почему? Потому что оплатив свой заказ, оформив свой заказ, вы получаете обратную связь от менеджера компании, которая подписывает. Вот того-то, того-то товара нету. Но, как правило, если товара нет на складе, то на сайте компании Coral Order вы сразу это увидите. Нет на складе. То есть компания очень быстро и точно отрабатывает эту процедуру. Итак, двигаемся дальше. Способ доставки выбираете. Выбираете систему оплаты PayPal. И в поле «Дополнительная информация» вы пишете ту необходимую информацию, которую вы хотите предоставить для компании. Например, вы делаете заказ со своего входа, но делаете заказ в пользу другого человека. И для информации, то есть вы представляете контактную информацию человека, для которого вы делаете заказ, его контактную информацию, то есть его e-mail, его телефон, по которому компания может с ним связаться. В случае, если вы делаете заказ, при этом человек сам оплачивает, то есть не вы оплачиваете, то есть мы сейчас не будем доходить до пункта «Подтвердить заказ», а мы оплачиваем заказ, дав человеку возможность заказать, прошу прощения, оплатить этот заказ со своей карточки. А именно, указав эту информацию, вы в дополнительном поле ставите информацию для компании, что оплачивать будет клиент такой-то, такой-то, его e-mail, его адрес. Компания высылает ему на e-mail ссылку, по которой он может зайти и оплатить заказ. Понятно, да? То есть можно заказать третьему лицу. Не обязательно для себя. Не обязательно вы должны оплачивать этот заказ. Вот таким вот образом. Эта система уже проверена, отработанная. Я вот уже, по-моему, 4 или 5, а может даже уже 10, его точно сбился со счета уже, заказов таким вот образом делал. Я оформлял заказ со своего аккаунта, со своего входа. Система PayPal – это электронный кошелек. Пожалуйста, как говорит один гуру интернета, Google вам в помощь. Пожалуйста, платежная система. Абсолютно верно, Наталья. Итак, двигаемся дальше. Итак, Coral Order. Обращаю ваше внимание на следующее.
Здесь вы можете просмотреть историю заказов вот таким вот образом. Вот история заказов за период такой-то, такой-то, за октябрь месяц, к примеру, да. Вот какие были сделаны покупки. Вы сразу здесь видите все, что было сделано. Обращаю ваше внимание на следующее. Здесь вы можете просмотреть не только информацию о том, на сайте о том, что и как делается, а также зайти на свой электронный кошелек. Обратите внимание, управление кошельком, операции, транзакции, валюта кошелька. То есть вы сразу здесь выставляете ту валюту, которая вам удобна. К примеру, вы имеете банковскую карточку в евро, соответственно, вы выставляете валюту евро. Вы имеете банковскую карточку, платежную систему, прошу прощения, в долларах, в рублях, в гривне, таким вот образом. Вы выставляете ту платежную валюту, которая вам нужна. Управление кошельком. Здесь вот справочные данные, справочная информация. Какие возможности дает лицевой счет? Пожалуйста, ознакомьтесь. Все очень легко, просто и понятно. Доступно. Как пополнить счет? Как начисляются баллы? Как осуществляются операции? Вся эта информация доступна в закрытом, прошу прощения, доступе. Транзакции. Вот сумма транзакций. Пополнение, списание. Вы можете подробнее рассмотреть, нажав на ссылку подробнее, как что происходит. Сколько стоит доставка? В каждом отдельном случае, подчеркиваю, ноль – это только по восточному, по западному побережью Соединенных Штатов. Во всех остальных случаях, например, я недавно рассматривал вопрос доставки в Ливан. Туда доставка стоит при заказе не менее $100 – $38. Евро. Имейте в виду, в каждом отдельном случае компании нужно связаться, уточнить сумму, которую необходимо будет заплатить за доставку. Для этого есть специальные менеджеры. Ссылку вы видели, как возможно оформить и узнать заказ и стоимость заказа, доставки. Двигаемся дальше. Счет пользователя. Счет пользователя, обратите внимание. То есть вот мои инструменты. Адресная книга. Обратите внимание. Сюда вы добавляете свои адресные данные, точнее адресные данные клиента или свои адресные данные по доставке. По России тоже производится доставка. В каждом отдельном случае лучше уточнять. Но, как правило, я знаю, что в России, даже если у вас есть рядом склад, вы можете договориться со складом, чтобы вам со склада курьером за гораздо меньшие деньги отправлялся товар. Ну, в каждом отдельном случае, подчеркиваю. То же самое касается и Белоруссии. То же самое касается всех остальных стран. Страны, где не существует пока складов. Официальных складов доставка идет за отдельную плату. Петр, только что в начале конференции я показывал, как регистрировать новых людей. Пожалуйста, эта презентация будет выложена на сайте компании и у Марины Яковлевны, и вы сможете ознакомиться с этим позднее. Обратите внимание, был вопрос у наших слушателей, где найти трансферный счет. Обратите, вот, пожалуйста, мои инструменты, трансферный счет. В разделе «Мой личный кабинет», «Трансферный счет». Заходим. И тут же есть регистрация нового члена клуба. Это при том, что вы уже зашли. То есть с этого входа, с этой ссылки вы можете зарегистрировать нового члена клуба уже самостоятельно. Реферальная ссылка будет чуть позднее. Как только она появится на сайте компании и Марины Яковлевны, это будет информация озвучена. Итак, трансферный счет. Еще раз, регистрация нового пользователя. А сейчас мы ознакомимся, какие еще возможности предоставляет сайт Coral Order. Литература.
обратите внимание, что по теме литература больше, честно говоря, больше информации можно найти будет на сайте Coral Club. Но здесь тоже есть перечень продуктов, перечень литературы. Вот обратите внимание, 225 продуктов. Казахстан, Украина, все отдельно нужно запрашивать. Пожалуйста, вот еще раз трансферный счет. Вот он, трансферный счет, обратите внимание. Заходите, смотрите и обратите внимание на следующее. Трансферный счет, сделанный по заказу, вот допустим, у меня был сделан заказ через онлайн, идет через Складкорона. В данном случае, вот в моем случае, идет через Складкорона. Что это означает? Это означает, для того, чтобы оперировать этим трансферным счетом, мне необходимо связываться с Москвой, для того, чтобы с этого трансферного счета перекинуть баллы на свой действующий счет. Понятно, да? Двигаемся дальше. Личная структура, я надеюсь, уже все знают. Я надеюсь, что уже все знают, как это, что делается. Сложности. Бухгалтерия. Вот один ответ. Бухгалтерия. Стран много, интернет-магазин один, поэтому все делается таким вот образом. Бухгалтерия, учет во главе угла. Итак, заходим в личную структуру и смотрим следующую информацию. По своей структуре за текущий месяц. Обратите внимание на следующее. Месяц, ноябрь, октябрь. Вы можете таким вот образом передвинуться и посмотреть работу своей структуры, свою работу помесячно. Вот начиная с ноября по июнь месяц включительно, как вот сейчас показано. Двигаемся дальше. Выход с этого входа осуществляется следующим образом. В правом верхнем углу нажимаем кнопку «Выйти из кабинета». Еще раз «Coral Order». Обратите внимание, это в открытом входе. Петр, насколько я помню, задавал вопрос. И вот там была возможность зарегистрироваться. Вот это вашему вниманию представлен уже сайт Coral-Club. Вот таким вот верхним углу. По центру вы выбираете язык, выбираете тот язык, который вам необходим, заходите на сайт уже с языком, который вам желателен. И обратите внимание, здесь опять же вас приветствует сначала информация, поздравительная информация о компании. Скоро близится Новый год. Скоро близится Новый год. И почему бы вам не подумать о подарках? Какие подарки? Пожалуйста, вниманию, вашему вниманию представлены 5 различных дизайнерских решений. Я прошу прощения, ну, скорость интернета несколько... Да, видеоряд несколько отстает, но что поделать... Мне очень сложно, как говорится, подладиться под скорость всех. Да, скорость в таком случае у вас, вот Наталья, я вижу, если у вас еще только по бальзаму информация, значит у вас, вот видите, у Вадима нормально. Это ваша скорость, вашего провайдера. Поднимайте скорость, потому что если вы хотите работать, а на сегодняшний день, как говорил Билл Гейтс, в 21 веке останутся те, кто находится в интернете, соответственно, да, благодарю. Те, кто находится в интернете, и те, кто не находится в интернете. И те, кто не находится в интернете, те все уйдут с рынка, out of the business. Обращаю ваше внимание, увеличивайте скорость, свою пропускную способность вашего, да. Абсолютно верно, Ирина. У кого ненормальная скорость, увеличивайте скорость. Это все решается. Увеличивается пропускная способность вашего, абсолютно верно,
увеличиваете скорость. Итак, двигаемся дальше. Близится Новый год, делайте подарки. Итак, вот эти подарки, сопутствующая продукция компании «Коралловый клуб», начиная с имиджевого календаря и заканчивая календариками, домиками, плакатиками и прочими возможностями. А также новая линейка продуктов «Лимфлоу» и «Ваган Шейк» и так далее, так далее, так далее. Тут же можно просмотреть на информацию по этим новым продуктам. Обращаю ваше внимание, здесь же можно сразу же непосредственно с сайта «Коралловый клуб», нажав кнопку «Поделиться», Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, вы сразу, вводя свой логин, пароль, попадаете на свою стену и публикуете информацию об этом продукте на своей стене. Обращаю ваше внимание на следующее. Это открытый вход. Так же, как и на сайте Coral Order, есть два входа, открытый и закрытый. Соответственно, те ссылки, которыми вы делитесь на Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере и в Одноклассниках, могут быть увидены только в том случае, если вы поделились их ими, не заходя на сайт. Обращаю на это ваше внимание. Понятно. Двигаемся дальше. Какие возможности предоставляет компания? Вебинары и конференции. Обращаем внимание на следующее. На сайт вебинары и конференции вы можете зайти, опять же, со своим логином и паролем. Что собой представляет сайт вебинары и конференции? Это сайт, который создан для членов Кораллового клуба. Сайт, созданный специально для пользователей членов Кораллового клуба. И информация, которая должна звучать на этом сайте веб-конференции, в этой веб-комнате, должна касаться только темы Кораллового клуба. Внимательно ознакомьтесь на отдельном входе с правилами поведения на этой веб-комнате. Почему? Потому что в случае нарушения этих правил компания будет вплоть до, вот они отдельно озвучены, правила и инструкции по созданию вебинаров и конференций. Обращаю ваше внимание, это очень важно. Почему? Потому что в случае, если будут зафиксированы нарушения, а компания на себя берет ответственность, логин и пароль тот же самый, один и тот же для всех трех сайтов. Логин – это ваш клубный номер, пароль – это тот, который вы указали при регистрации. Coral Order, coral-club.com. Веб-комната – это все единый логин-пароль, один для всех трех сайтов. С правилами конференц-комнаты узнакомим и нажимаем «Продолжить». Итак, создается конференция. Она не настолько удобная, честно говорю сразу, как вот данная конференц-комната, которой мы сейчас с вами все пользуемся, но здесь есть только один вариант голосовой. Здесь нет возможности, пока нет возможности, компания обязуется нам в следующее, говорится, в ближайшее время дать такую возможность. Видеодемонстрации, видео, ряда презентацию показывать, но в данный момент только голосовой и чат, только голос и только чат. Понятно. Обращаю ваше внимание на следующее. Правила доступа только зарегистрированным пользователям по индивидуальной ссылке. То есть вы, создав такую веб-конференцию, предоставляете информацию своим дистрибьюторам в виде ссылки. То есть вы отправляете им ссылку, по которой они заходят на эту конференц-комнату. Если вы зарегистрировали эту конференцию через список мероприятий, это означает, что вы делаете этот доступ открытый для всех членов Кораллового клуба. То есть, что это означает? Это означает, что каждый человек, который заходит на мероприятие, в раздел мероприятия, я вам покажу это чуть позднее, заходит по опубликованной там ссылке и, ну, в определенное время, разумеется, и слушает вашу конференцию.
А также ведь отдельно есть всем пользователям через список мероприятий. Понятно, да? Обращаем ваше внимание на следующее. На разделы «Краткое описание» и «Полное описание», а также «Дата проведения». Посмотрите, как изменяется дата. Ну, с моей точки зрения, не очень корректно, не очень понятно, потому что нужно отдельно проставлять время, отдельно проставлять дату, что может немножко засбоить. Но просто вы должны это помнить, что сначала пишется дата, потом, прошу прощения, время, а потом уже дата. А также обращаю внимание на краткое и полное описание. Что это означает и для чего это краткое и полное описание нужно? Это нужно, точнее, необходимо для информации зарегистрированным и пользователям, членам Кораллового клуба, в списке мероприятий. Краткое описание выводится в короткой ссылке при наведении мышки на ваше мероприятие. В полное описание – это то описание, которое человек видит после того, что он зашел на вашу комнату, на вашу, прошу прощения, конференцию и читает и знакомится с темой сообщения, с темой конференции на этой комнате. Так, двигаемся дальше. Вот сама конференц-комната. Вы ставите доступ, открываете свое видео и двигайтесь дальше. Еще раз. Название мероприятия. Повторяем. Повторение мать учения. Попробуйте сами. Наберите тестовое, краткое описание. Создать веб-комнату. Пригласите своих участников. В поле, вот поле чата, вы пишете текст. Участники, выйти чуть ниже. Только один пока. Ну, я для себя делал, как говорится, эту веб-комнату. Тестировал, показать вам. И вот таким вот образом. И еще раз ознакомимся с возможностями. Пройдитесь по всему сайту Coral Club веб-конференция для того, чтобы ознакомиться. Данные, избранные истории, мероприятия и так далее, так далее, так далее. То есть здесь можно просмотреть всю информацию. Но вот это веб комната, которой мы пользуемся, мне она, честно говоря, больше нравится, здесь больше возможностей. Но, как говорится, все познается сравнению, и все это нужно начинать. Эта веб-комната достаточно затратное мероприятие. Вот таким вот образом можно перейти от вебинара к конференции, созданию уже не вебинара, а создать конференцию. Принцип создания конференции тот же самый. Правилам конференции я знаком. Тот же самый принцип создать конференцию и смотрим. Вот, пожалуйста, новости по проекту вебинары. Заходим, смотрим, что, как и почему. Итак, двигаемся дальше. Отдельная кнопка «Перейти на сайт». Обратите внимание внизу на картинке. И переходим на сайт. Еще раз выбираем логин, пароль, язык выбираем. Вводим свой логин, пароль. Вот таким вот образом. И заходим дальше. Ссылка на веб-конференцию формируется у вас автоматически. Пройдите этот путь сами, и вы увидите. Двигаемся дальше. По сайту Coral Club. Сайт очень объемный. Вот мероприятия смотрим. Подробнее о мероприятиях. И заходим на страницу, где описывается мероприятие «Золотые для золотых» в Турции. Здесь же можно просмотреть видео вот таким вот образом и двигаться дальше. К регистрации. Регистрация осуществляется в 5 шагов. Общую информацию можем просмотреть.
ознакомиться с услугами, стоимостью участия в мероприятии для каждой страны отдельно. Вот таким вот образом можно познакомиться с медиацентром. В медиацентре представлена информация об обзоре. Также можно познакомиться и инструментарий. Ну, к примеру, инструментарий. Здесь вы можете познакомиться с разделами визитки, расчет веса и видеоинструменты. Обращаю ваше внимание на следующее. Сайт, ну, здесь чисто информационное. К примеру, это делается вот так, расчет веса. Я ввожу свои данные. Это может сделать любой член клуба. По формуле одной, по формуле второй. Легко, просто и доступно к использованию. Итак, видеоинструменты. Интересный раздел. Почему? Потому что здесь представлена информация о анимационные фоны, которые вы можете использовать для своего сайта. Нажимаете кнопочку «Скачать» и попадаете на... Этот материал скачивается вам. Вот, пожалуйста, информация о статусных знаках, которые вы тоже можете скачать, фоны для использования на своих страницах, на своих сайтах. То есть информации очень много. Сходите, посмотрите. Обращаю ваше внимание, что в этом разделе есть очень много интересной информации для профессионального использования. А именно, она уже сразу идет в формате EPS, в формате, который применяется в типографии. И при необходимости оформления своего офиса вы можете взять эту информацию, я чуть покажу ее позже, для оформления своего офиса. Тут же вот вы можете ознакомиться с разделом СМИ о нас, допустим, SmartFood, Казар Маграбян, интервью с ним о умной пище. Социальная активность. Вот что мне поразило, что мне очень хотелось бы продемонстрировать, о том, что Коралловый клуб стал спонсором главной медицинской премии в России. То есть компания биологически активных добавок является спонсором главной медицинской премии. Я прошу прощения, Наталья. Значит, на сайте компании вы не можете создать свой сайт. Вы можете использовать материалы с сайта Coral-Club для создания своего сайта. Сейчас мы чуть дальше еще к этому вернемся. Новости компании. Новости компании. Пожалуйста, смотрим акции, события, мероприятия, где, когда, какие проводились. Есть еще также, обратите внимание, RSS новости. RSS важные новости. И что такое RSS? Кто не понимает, заходим на сайт, видим слово, что такое RSS, нажимаем и смотрим. Это канал новостей. Вы тем самым подключаете свой компьютер, я подчеркиваю, свой компьютер, к каналу новостей, и все новости компании, которые будут публиковаться на сайте компании, будут у вас тут же отображаться. По RSS-каналу вы можете получить новости не только от Кораллового клуба, но и от всех практически на сегодняшний день ведущих интернет-компаний. Легко, просто, удобно. Итак, двигаемся дальше. Журнал Coral Time. Обращаю ваше внимание на следующее. Журнал Coral Time. Вы можете просмотреть материалы по сайту, по журналам. Практически с начала работы нашей типографской команды. Просмотреть их не только в онлайне, а вы можете также их и скачать. Смотрите в онлайне вот таким вот образом. Нажимаете на интересующийся вас ваш журнал, открывается флеш-плеер, вот он загружается, перелистывая страницы обычным образом, нажимая на стрелочку, мы видим перед собой публикации. Эту публикацию можно развернуть на весь экран и просмотреть позднее, как говорится, в онлайне. Вот также книги Кораллового клуба. Обратите внимание, вот
Я беру первую понравившуюся мне книгу, допустим, аптека, брошюру «Аптечка Макеева», и скачиваю. Вот я ее скачиваю. Она в формате PDF сохраняется. Вот она сохранилась и открывается вот такой, вот такая брошюра. Брошюра на несколько страниц, я уже не буду их перелистывать, мы двигаемся дальше. Двигаемся дальше следующим образом. Рекламные материалы. Раздел «Рекламные материалы». То, о чем вы говорили, где взять материалы, где взять. Вот обратите внимание, раздел «Рекламные материалы», «Фирменный стиль». Брендбуки, векторные логотипы в формате EPS, фирменные бланки, визитные карточки и так далее, так далее, так далее. Оформление фасадов, офисов продаж, кораллового клуба и внешняя навигация. То есть вся необходимая атрибутика компании у вас фактически уже в руках есть. Вам не нужно изобретать велосипед, вам не нужно придумывать, как должно быть выглядеть ссылка или указатель, как пройти ваш коралловый офис. Если он находится не на фасаде, а где-нибудь в глубине двора, вы просто его скачиваете, эту табличку, этот указатель, заходите в любую типографию, которая вам нравится, и они вам распечатывают этот материал, который вы им заказываете. Начиная даже с визиток, заканчивая световыми коробами. Здоровье, ваш успех. Все в формате векторного логотипа в векторном диаграмме, специально для типографии. Двигаемся дальше. Вот перелистываем, смотрим. Очень много различных изображений. Я не буду на всех останавливаться. Тем, кому это интересно, зайдут, скачают то, что им нужно. Эта информация нужна не всем. Просто знайте, что вот есть такая вот на нашем сайте. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Раздел «База знаний». Рассмотрели инструментарий. Возвращаемся к визиткам. Обращаю ваше внимание на следующее. Здесь несколько стандартов визитов, которые компания разработала специально для нас. Я вот выбираю, допустим, верхний. Здесь небольшое описание. И обратите внимание на следующее. Много полей. Много полей. Имя, фамилия, адрес, строка, телефон, так далее, так далее, так далее. Но обращаю ваше внимание на следующее. Если вы не указываете в поле, вот таким вот образом, как я сейчас делаю, убираю информацию с поля, с тем, чтобы обнулить все поля. Если поле пустое и там ничего не написано, то это поле печататься не будет. То есть совершенно не обязательно печатать столько полей. Это, надеюсь, понятно. То есть имя, фамилия, должность, как хотите, напишите себе консультант, золотой директор, бриллиантовый директор. Пишите, как считаете нужным. И обязательно в порядке e-mail и Skype. Нажимаете «Создать визитку», у вас сохраняется файл, с которым вы можете прийти в типографию. Но что самое главное, обращаю ваше внимание, я считаю это небольшим минусом. Почему? Потому что отредактировать созданную информацию на вашем компьютере практически невозможно. То есть, если вы заполнили эту визитку один раз на этом же компьютере, где вы находитесь, то есть с этого же браузера, с которого вы заходите вот, и заполняете эту визитку, вторично исправить информацию нельзя. Обращаю внимание на это. То есть, возможно, это еще бета-версия, возможно, она еще в тестовом режиме находится. Этот баг исправит. Но, надеюсь, это вам поможет. Поэтому, заполняя визитку, сразу пишите правильные данные. Проверьте несколько раз. Это очень важно. Иначе вам придется идти в типографию и создавать эту визитку заново. Что, поверьте, достаточно долго и несколько затратно. Еще раз возвращаемся дальше к нашим инструментарию, видеоинструменты. Мероприятия. Походите, подвигайтесь по всем этим разделам, и вы увидите, что вам
доступно. Итак, раздел мероприятия. Это то, о чем я говорил. Если вы зарегистрировали это свое мероприятие на сайте компании, вот, к примеру, я сейчас открываю мероприятие компании, мероприятие дистрибьюторов подробнее, заходим и смотрим, что же это за компания, что же это за мероприятие, которое показано в общем списке. Мероприятия по всей территории кораллового клуба, где бы вы ни находились, зарегистрированы на сайте компании. Визитки тоже можно у вас заказывать, конечно. Да, но только вот Татьяна с Германии пишет, что там на русском языке, соответственно, а у вас английский вариант, английского варианта здесь у нас нет, только русскоязычный. Единственное, что я могу вам посоветовать сделать, то же, что сделал я. Я английский вариант визитки заказал, придя в компанию типографию и попросил все поля исправить на английский вариант. То есть они взяли шаблон, который я им принес, переделали его на английском варианте. Вот и все. Коротко, ясно. У меня получилась, честно говоря, визитка даже двухсторонняя. С одной стороны русская, русский вариант, с другой стороны англоязычный. То есть на... нет, изображение не исчезло. Итак, двигаемся дальше. В Тирасполе, допустим, 30.11 состоится системный вебинар, системный семинар «Колесо успеха». В пятницу 22.11 и так далее, и так далее, и так далее. Вот вся информация, которая происходила за ноябрь месяц. То есть вы можете посмотреть, как что происходит в компании. На всей территории кораллового клуба. Этот вот я вам открыл специально. Здравствуйте, я Супер Яблоко. Это онлайн-консультант кораллового клуба. Задав вопрос в этом поле, вы попадаете сразу к онлайн-консультанту, который связывается с вами в онлайн-режиме. Если он не может ответить на ваш вопрос, то вам на почту отправляется ваш ответ, ответ на ваш вопрос. Знакомимся дальше с миссией и ценностями компании. Обратите внимание на ценности компании. Это очень важный фактор в отношениях с нашими дистрибьюторами, с нашими клиентами. Это человечность, порядочность, командная работа, качество и совершенствование. Двигаемся дальше. О компании. Коротко о компании. Что и как мы видим, что мы как двигаемся. А также знакомимся с маркетинг-планом. Обратите внимание, маркетинг-план непосредственно на сайте компании не показан. Его можно себе скачать на компьютер и ознакомиться отдельно. А также в правилах компании, которые есть на сайте, в обязательном порядке ознакомьтесь с ними. Написано следующее. Маркетинг-план к распространению запрещен. Он запрещен к вывешиванию в открытом доступе. Ни при каких обстоятельствах он не может быть показан в открытом доступе. Только для членов кораллового клуба и только в закрытом доступе. Это, надеюсь, всем понятно. Двигаемся дальше. Итак, реестр сайтов. Обращаю внимание ваше на следующее. Официальный реестр сайтов независимых дистрибьюторов. В обязательном порядке, кто имеет свои сайты, блоги, посвященные коралловому клубу, ознакомьтесь с этой информацией, зарегистрируйтесь в этом реестре. Что это дает вам? Кто не знает, объясню. Попав в реестр сайтов независимых дистрибьюторов, вы тем самым подвязываетесь, простите за сленг, но это сленг компьютерный, подвязываетесь к рекламе, к раскрутке сайта Coral Club, и, соответственно, ваш блог поднимается в поисковиках на несколько позиций, может быть, на десяток другой. Естественно, вся та информация, которая находится на блоге, должна быть представлена, вот есть, обратите внимание, правила поведения дистрибьюторов сети, интернет, там подробным образом все расписано. Для членов кораллового клуба, которые имеют свои сайты, свои блоги, вся информация должна звучать следующим образом. Я являюсь независимым дистрибьютором компании. То есть головной офис у нас один, головной сайт у нас один, а все остальные сайты независимых дистрибьюторов. Обратите внимание на эти правила компании.
в обязательном порядке ознакомьтесь с ними. Они не настолько объемные, но достаточно несколько минут вам придется потратить. Я сейчас на них останавливаться не буду, но обязательно прочтению и пониманию. Все ссылки, которые должны будут находиться на вашем сайте, на вашей странице, должны быть рабочими ссылками на наш рабочий сайт. И, что самое главное, вы не имеете на сайте права публиковать актуальные розничные цены, клубные цены, баллы. Публикация допустима только в одном из сочетаний. Только розничные цены, только розничные и клубные цены одновременно. Розничные, клубные цены и баллы одновременно. Ознакомьтесь, пожалуйста, с этими правилами. Ограничения. А также вот обратите внимание, дистрибьютор не вправе использовать на сайте обращение от имени компании. Это наказывается. И также дистрибьютор не вправе размещать в сети интернет маркетинг-план компании за исключением дисконтной программы. Обязательно ознакомьтесь со всеми этими пунктами. Еще раз повторяю, где это находится? В разделе маркетинг-план. Реестр сайтов. Возможности и реестр сайтов. Еще раз мы сюда возвращаемся. И вот следующий раздел. Шаблоны универсальных дизайн макетов для сайтов. Здесь же вы можете отредактировать свои данные. Кто спрашивал каким-то образом. Вот, пожалуйста, редактировать свои данные. Выбираете свою фотографию, можете подвязать под этот аккаунт. Также подписаться или отписаться от информационной рассылки, от рассылки акций компании, об рассылке с информацией по продуктам, Академию здоровья, курсы тематического совершенствования. Можете либо подписаться, либо отписаться. Подписка идет автоматически на тот e-mail адрес, который указан у вас на форме регистрации. Здесь же вы можете ознакомиться с прайс-листом. Обращаю ваше внимание. Прайс-лист, в связи с тем, что я зашел с русским языком, соответственно, прайс-лист мне доступен в рублях. То, что мне нужно в другой валюте, нужно зайти по другой регистрации. С чего начать работать с Коралловым клубом? Вот, пожалуйста, обратите внимание, форма дисконтной программы и так далее. Тут же путь к здоровью, концепция здоровья, 4 шага концепции здоровья, напоить, накормить, очистить организм и защитить организм. Те шаги, которые мы все с вами знаем, но самое главное, увы, далеко не все наши дистрибьюторы понимают, значит, нужно им помочь. Каким образом? Обращаю ваше внимание на следующее. Информация по продуктам в открытом доступе находится. То есть то, что мы сейчас находимся в закрытом доступе, ничего не значит. Вам нужно просто выйти и найти информацию по продуктам, взять ссылку на тот или иной продукт в открытом доступе. Вот обратите внимание, защитить организм, шаг, и какие продукты сопутствуют этому шагу. Coral Artichoke, Coral Pool. Кошачий хоготь, ахинацея. Тут же мы можем посмотреть состояние, компоненты, что входит в ахинацею, рекомендации и так далее, так далее, так далее. Также ее код, расфасовку. Вы можете эту информацию распечатать. Еще раз обращаю внимание на сопутствующие продукты. Очень интересная, красивая. Кому-то, может быть, можно отправить подарок таким вот образом. Впереди Новый год, остался практически месяц. И еще раз мы переходим к глоссарии компании. Обратите внимание на следующее. В глоссарии представлены все продукты, но обратите внимание, они в алфавитном порядке и по соединениям, ферментам, флавоноидам и так далее. Вот, к примеру, возьмем лецитин. Да, смотрим.
в каких продуктах компании содержится лецитин. И смотрим. Лецитин содержится в продуктах компании следующий. Лецитин, коловада, нейробрайт и так далее, так далее. То есть вот таким вот образом можно посмотреть, в каких продуктах содержатся жирные кислоты, пищевые волокна, монополисахариды, пробиотики и так далее, так далее, так далее. То есть все, что вас интересует, а также раздел применения. Вот новый раздел, он недавно у нас открылся. Применение. Пищевод, печень, сердце, детоксикация организма. Вот детоксикация, допустим, меня интересует. Каким способом можно произвести детоксикацию? С помощью продуктов Будроп, Корал Хорелла, Фандетокс, Калавада, Лаксмакс. Вот с помощью этих продуктов можно осуществить детоксикацию. Ну, к примеру, что еще? Восстановление сил, бодрости, выносливости. Смотрим. Улучшение зрения. Вот у меня, так сказать, больной вопрос. Улучшение зрения. Смотрим. Улучшение зрения. Мы практически с вами большую часть жизни проводим на сегодняшний день за компьютером. Как можно улучшить зрение? С помощью IQ, гинкго биловы, фикотена, очамки, с помощью активина. Вот, пожалуйста. Вот вам готовая программа использования по тем или иным комплексам человека. Я прошу прощения, Алина, которая пишет сейчас в чате, ничего не понятно, что-то на типа немецком, как я понимаю. Двигаемся дальше. Итак, двигаемся в базу знаний, смотрим еще раз. Ясно. Двигаемся дальше. Еще раз смотрим Coral Time журналы, книги, брендбуки. Еще раз просто пройдемся. И остановимся на разделе здоровья. Обращаю ваше внимание. В разделе здоровья вы сразу видите продукты по их алфавитному списку. Что, как, зачем и почему. Обращаю ваше внимание, что здесь вы видите всю информацию по продуктам компании. А вот ваше внимание обращаю на следующее. Незабаром сервис Pioneer для членов Кораллового клуба. Что это дает нам? Это дает нам то, что скорости у нас, у всех членов Кораллового клуба, будет вот такая вот карточка. Обналичивайте выплаты в вашей стране быстро, дешево и безопасно. Банковский счет не требуйте, не требуется. Обналичивайте свои выплаты в течение 2 часов после оплаты. Используйте в магазинах, в онлайне, снимайте наличные в банкоматах по всему миру. Это в скорости наш новый продукт. Он будет идти через систему PayPal, но при этом у нас будет система Pioneer, которая позволит иметь свою банковскую карточку. Каким образом это действует, можете ознакомиться на сайте, вот можно зарегистрироваться. Предупреждаю, пожалуйста, кто еще не понял, то поймите это сейчас. На сегодняшний день компания вышла на международный уровень, и знание английского языка как минимум просто необходимо. Почему? Потому что дальше, вот обратите внимание на следующую страницу, открывается уже объяснение, как пользоваться, как зарегистрироваться на английском языке. И дальше все будет на английском. Обращаю ваше внимание, изучайте язык. Это необходимо. Понятно, надеюсь, это всем. Вот, пожалуйста, смотрим дальше. Дальше идет About the Pioneer Prepared MasterCard, Using your card, Activating your card and Managing accounting и так далее, так далее, так далее. Все дальше идет на английском. Поэтому, пожалуйста, система не наша, американская. Поэтому имейте в виду, перевод не предусмотрен.
Не везде еще это предусмотрено. Поэтому, пожалуйста, изучайте английский язык. Если вы собираетесь строить международный бизнес, то это не только Украина, не только Россия или постсоветское пространство. Это Европа, это Америка, это в перспективе Южная Америка. И языком межнационального общения по всему миру это уже факт стал английский язык. Ну и естественно на сегодняшний день самый распространенный язык это китайский. Но поверьте, лучше уж выучить английский, чем китайский. Потому что английский мы хоть кто-то что-то начинал в школе учить, а с китайским это нужно с нуля начинать. Ну, хотя я вот смотрю очень много наших дистрибьюторов на сегодняшний день активно изучают китайский язык. При том, что Китай, да-да-да, Китай у нас страна, как говорится, возможностей. Вы можете, конечно, в переводчике перевести язык, но поверьте, автоматические переводчики, транслейтеры, они не слишком корректно работают. Лучше выучите язык. На сегодняшний день, вот я смотрю, я сейчас хожу на курс английского языка, активно посещают курс английского языка, практически нет мест свободы. Вот такая у нас сейчас тенденция в Одессе, во всяком случае. Активно все изучают английский язык. То ли потому, что весело стало жить в Украине, то ли потому, что хотят развивать свой бизнес за границей. Они сильно искажают, не знаю, что искажают, но... Да, переводчики сильно искажают. Да, правильно, абсолютно Надежда. Так, двигаемся дальше. Двигаемся мы в раздел так называемый Facebook. А вот Facebook это отдельная песня. Я вам показываю сейчас свой вход, свой Facebook. И обратите внимание на следующее. Вот я специально увеличиваю размер на следующее. facebook/vlad.gala. Это мой логин. Обычно Facebook перед изменением вот на такое правописание предлагает вам циферный вход. То есть он звучит следующим образом. facebook.com/ вот эта черточка, на английском звучит она слэш, а дальше идут цифры. Ну, цифры это как-то, ну, не совсем понятно и приятно, поэтому я настоятельно рекомендую сразу же, как я вам сейчас покажу, сделать перевод своего аккаунта из циферного раздела в буквенный. Они приемлемые и понятные для ваших друзей и всех остальных. Заходим в общие настройки аккаунта, изменяем в имя пользователя, у меня уже изменено. Оно выбирается один единственный раз, поэтому прежде чем его изменить, обращаю ваше внимание на следующим фактом. Подумайте, как вы хотите, чтобы вы были видны в Фейсбуке. В противном случае это будет уже просто невозможно изменить. Вам придется закрывать этот аккаунт и открывать новый. Тут же адрес основной почты, тут же можно изменить пароль, сообщество, язык и так далее, и так далее. Также обращаю ваше внимание на следующий факт. В разделе «Настройки безопасности» в обязательном порядке должен быть включен безопасный просмотр ваших страниц. Для чего это делается? Для того, чтобы обезопасить себя. Нет, ну поймите меня правильно, все мы люди, все мы человеки, но кто-то все-таки взламывает аккаунты на Фейсбуке в том числе. Для чего это делается, это уже другой вопрос. Но в данный момент вся безопасность находится в ваших руках. А именно, следующий пункт. Уведомления о входе. Обратите внимание, у меня включены. То есть каждый раз, когда я вхожу в Фейсбук, мне приходит смс-ка на телефон, где меня извещается, что вот в такое-то время был осуществлен вход. Если я это не сделал, то, соответственно, возникает вопрос, кто же это сделал, если это не я. Подтверждение входом, генератор и так далее, и так далее, и так далее. И обратите внимание на следующий факт. Признанные устройства. У меня 5 признанных устройств. То есть я вхожу на свой Facebook с 5 различных мест. Это телефон, это компьютер 1, это компьютер 2, это браузер на одном и том же компьютере. Это тоже считается отдельное устройство.
Если вы видите, что вход на Facebook осуществлен с другого какого-то устройства, немедленно меняйте пароль, изменяйте, что, как и почему. Почему? У нас пока это еще не сильно распространено, но на Западе, на территории США, в Европе, в Германии, при приеме на работу человека или при знакомстве с человеком, работодатель заходит на Facebook и смотрит, что он собой представляет, что он пишет о себе, какие у него друзья, кто с ним находится в контакте, какие фотографии, то есть знакомится с так называемым бэкграундом этого человека, и по результатам просмотра Facebook или контакта знакомится с этим человеком и составляет мнение, принимать или не принимать на работу. Пароль, пожалуйста, обращаю ваше внимание. Ставьте пароль. Да, я понимаю, сложно запомнить многоуровневые пароли, но Facebook позволяет вам, я подчеркиваю, позволяет оставаться на связи постоянно. То есть можно не выходить. Поэтому ставьте пароль минимум хотя бы 10 знаков, сочетая цифры, буквы. Это необходимо для вашей безопасности. Потому что если кто-то завладеет вашим аккаунтом и начнет писать о вас всякую ерунду, можете представить, какого мнения о вас будут другие люди. Анекдот по этому поводу рассказывать не буду, хотя, честно говоря, хотелось. Вот. Итак, двигаемся дальше. Активные сессии. Вот в данный момент активная сессия с Chrome, Windows и так далее, и так далее. Тут же вы можете удалить активные сессии, которые остались открытыми, и двигаться дальше. Конфиденциальность. Кто может видеть ваши материалы? Кто может пользоваться и связаться? Обращаем ваше внимание на следующее. Если вы заходите на Facebook, то возникает вопрос. Если вы ставите раздел, что никто, кроме меня, никто, кроме близких, друзей, семей, не имеет права видеть мой аккаунт, зачем вы заходите на Facebook? Что вам там делать, если вы не хотите, чтобы вас кто-нибудь не находил или видел? Для этого есть email-адрес. Совершенно не обязательно блокироваться от всех. Доступно всем, ставим. Настоятельно рекомендую не пользоваться обсуждениями касательно политики и религии. Очень опасная и скользкая тема, поэтому, пожалуйста, всех нас интересует это увеличение трафика на свой аккаунт, увеличение своей дистрибьюторской сети, и на тему здоровья в кораллового клуба говорите сколь угодно много и долго. Но обращаю ваше внимание на следующее. 30% реальной информации, а 60-70% обычного, как говорится, информационного обсуждения. Вот обратите внимание, я зашел на Жанну Литвиненко, на ее страницу и делаю следующее. Это тот человек, который подписался в коралловый клуб, не имея личного контакта ни со мной, ни с Ольгой Прокудиной, вот только через интернет. Каким вот образом мы общаемся? У меня готовы, я подчеркиваю, у меня готовы уже шаблоны для общения с людьми. И, соответственно, я делаю следующее. Вот обратите внимание, я пользуюсь Outlook'ом. Вот я уже выбираю тот готовый шаблон. Допустим, Бутакова в Черногории. Сразу готовый шаблон. Изменяю некоторые ошибки, которые мной специально сделаны для того, чтобы случайно не выпустить информацию. То есть я исправляю ошибки, которые сделаны специально в шаблоне, коротко, а именно имя. Пишу Жанна, приветствую. Дальше текст уже подобранный, уже со вставленными ссылками. И нажимаю Enter. Все. Все потом я заняло буквально минуту. Готовый шаблон. И Жанна получает информацию от меня. Вот еще раз смотрим, как это делается. Еще раз. Вот кто-то, кому-то понравилась моя ссылка, вот она подтвердила на добавление в друзья Зарина. Я открываю сообщение, личное, я подчеркиваю, это личное сообщение, то есть только она видит это.
Нет, это не будет писаться на общей стене, это будет писаться ее в личном, в личке так называемой. Здесь я меняю ее имя, пишу Зарина, нажимаю кнопку Enter, и сообщение улетело к ней в личное сообщение. Тем людям, которым нравятся ссылки мои, которые нравятся мои публикации, я отправляю таким вот образом не только Бутаколу, а у меня есть много готовых уже шаблонов на тему кораллового клуба. Двигаемся дальше. Я надеюсь, это понятно. Обратите внимание вот на раздел группы. Видите, да? Вот справа вы можете их знать. Я кого-то знаю, кого-то не знаю. Настоятельно рекомендую, прежде чем добавить человека, зайти в тему и посмотреть, кто с ним находится в общих друзьях. То есть, нравится он вам, не нравится. Добавлять и добавлять – это ваше личное желание, ваше личное мнение. Или вот, допустим, мы сейчас создаем рекламное объявление. Обратите внимание на следующий факт. Опубликуйте рекламу на Facebook. Более 1 миллиарда человек. Создание вашей страницы на Facebook, привлекайте людей и по шагам. Как это работает? Раздел. Заходим, смотрим. Что вы хотите достичь с помощью ваших объявлений? Выбираете пункт. Вовлеченность, отметки нравятся, клики на веб-сайт, конверсия, установки приложений, вовлеченность и так далее, так далее. Знакомьтесь, информации по этому, по этой теме очень много. Как это работает? Смотрим. Привлекайте поклонников и так далее, и так далее. На YouTube очень много всякой видеоинформации на эту тему. Можете обратиться к, непосредственно к фейсбуковским помощникам. Ну, давайте посмотрим на следующий момент. Цель рекламного сообщения. Рекламные сообщения, рекламные объявления. И что самое интересное, на практически любой вопрос есть ответ. Понятно, да? Создаем группу. Создаем группу, к примеру, открытого, закрытого доступа или секретную. Обратите внимание на следующее. Ну, допустим, я не знаю, в чем разница между открытым доступом и в чем разница между закрытым доступом. Нажимаем, смотрим. И параметры конфиденциальности. Обратите следующее. Любой человек может вступить в группу. Любой человек, который может отправить, чтобы присоединиться в группу, это открытая группа. Или его может добавить один из членов группы. Посмотрите, что вас интересует. Какие функции группы вас интересуют? Ну, раздел «Только члены группы», то есть закрытая группа, секретная группа. Не думаю, что это самый интересный вариант. Я бы предпочел первый либо второй. Открытый или закрытый доступ. Я предпочитаю, честно говоря, закрытый доступ, то есть, чтобы можно было спамеров выгнать из комнаты. Вот знакомимся с общественным движением «Здоровье и долголетие». Это панель администратора, это созданная группа, хакер. Вот какой-то у нас есть товарищ с хакером. Хакер. Вот не представился человек. Смотрим дальше. Панель управления группы. Здесь публикации, здесь информация, здесь могут публиковать члены группы свою информацию. Но это не самое интересное. Самое интересное сейчас будет впереди. Смотрим. Получите больше отметок «Нравится» для страницы. Здесь вы можете выбрать страны. Ну, например, Украина уже по умолчанию стоит. Россия, по-моему, как-то не так по-другому пишется. Сейчас, секунду. Что-то не получается. Что-то не получается. Ну, не хочет. Так, давайте еще раз. Вот, допустим, одна страна, Украина. Выбираем возраст тех людей, которым будет видна наша страница, вот группа. Бюджет нашей рекламной кампании $10. Это предположительно 10-37 раз в день будет информация показываться на странице. И она будет
двигаться столько времени, сколько пока у нас будут деньги на счету. Смотрим расширенные настройки. Да, я хочу использовать страницу как Ольга Прокудина. Общественное движение за здоровье и долголетие. Двигаемся дальше. Картинку принимаем. В данном случае эту. Она у нас одна. И вот двигаемся дальше. Аудитория. Обратите внимание на следующий факт. Предполагаемая аудитория 2 миллиона 800 тысяч человек. Возраст аудитории с 13 лет и без ограничений. Здесь путем нехитрых манипуляций можно ограничить. Специально для женщин, специально для мужчин, так как у нас продукция для всех возрастов. Пожалуйста, 2 миллиона 800 человек могут увидеть ваше объявление. Точные интересы. Изменяя раздел точных интересов, вы тем самым можете ограничить количество людей, которым будет показана эта информация. Широкие категории. Для каких телефонов? Бизнес, консюмер, мероприятия и так далее, так далее, так далее. Мужчины, женщины, семейное положение, пары, без пары, в отношениях, в браке, помолвлены. Нас интересуют все. Выпускники вузов. Да, разумеется, или любой. И это, обратите внимание, поставили галочку, отметку, точнее, как изменяется цифра. Школьники, любой, выпускники вузов. Видите, как изменяются цифры? Это все, вот, пожалуйста, возможно изменить. Валюта аккаунта, страна, часовой пояс, бюджет компании. Исправляете на ту цифру, которая вам нужна. Расписание компании, дата, время. Пересмотреть заказ и так далее, так далее, так далее. Вот, пожалуйста, коротко. Бюджет на весь срок действия $350. Это на месяц. $350 на месяц. Но при этом 2 миллиона 800 тысяч человек могут видеть ваше объявление. Реклама, двигатель торговли, реклама стоит денег. Еще раз смотрим, как выбрать аудиторию, как выбрать местонахождение, пол, возраст, точная ориентация по интересам. Справочные данные, давайте так говорить, это простые справочные данные, где вы можете ознакомиться со всей этой информацией. Как определяются интересы? И так далее, так далее, так далее. Двигаемся дальше. Вы можете ограничить доступ только по языку. К примеру, только для русскоязычных. Вот сразу видите, 2 миллиона 200 человек. Вы можете ограничить место работы. Вы можете, то есть, сделать фильтр удобный для вас. Ну и, соответственно, чем будет более точно указана целевая аудитория, соответственно, нет, бесплатного доступа к рекламе нету. Реклама – это двигатель торговли. А как вы думаете, если на Facebook бесплатно доступ имеют все, а вот рекламу продвигать нужно не бесплатно? Двигаемся дальше. Вот смотрим следующую группу панели администратора. Это группа создана с... Эта группа создана программой «Эконом» Международный коралловый клуб. Здесь эта группа создана с помощью приложения, которое отдельно за отдельные деньги куплено. Это порядка приложения стоит, чтобы, ну, около $350. Оно фильтрует, оно собирает e-mail адреса. То есть любой человек, который заходит, объясняю, как это приложение работает, любой человек, который заходит на эту страницу, автоматически оставляет свой e-mail адрес. То есть в случае, в котором любой посетитель заходит на вашу страницу, он ничего не оставляет. А в случае с этим приложением он оставляет свой e-mail адрес. То есть вот, допустим, заходила Марина Отрохова,
ей понравилось, она попала в воронку, и, соответственно, ей пишем информацию, ей пишем предложение. Вот, пожалуйста. Так что двигаемся, двигаемся дальше. Вот ей понравились ссылки, ей понравилась информация, ей было сделано предложение. Вот, опять же, таким же образом, личку или в общем списке. Вот так немного коротко, очень коротко по Фейсбуку, он очень объемный. А сейчас мы остановимся с вами на Скайпе. Обращаю ваше внимание на следующее. У меня в Скайпе собраны скайп-ники всех тех, с кем я переписываюсь постоянно. А также, вот обратите внимание, наверху, в верхней части экрана Скайпа, группа, созданная мною группа людей определенных, не моих дистрибьюторов, дистрибьюторов нашей команды. И что получается? Для того, чтобы их собрать воедино, можно действовать вместе. Я прошу прощения, Маша, добрый день, здравствуйте. Понимаете, я рассчитывал, честно говоря, на час-полтора. Я уже в полтора часа в эфире выхожу за рамки, как говорится, дозволенного. Поэтому давайте не будем отвлекаться. Двигаемся дальше. Обратите внимание, я в строке поиска сейчас ввожу имя. Вот. И вот все те, кто у меня подсвечены именем Коралл, я дополнительно переименовываю контакты всех, кто находится в Скайпе, ну, каким-то своим именем. Ну, допустим, Коралл. Все, кто относится к коралловому клубу, вот у меня вот таким вот образом идут по списку. Понятно, да? То есть вот я могу сразу отфильтровать всех тех людей, которые у меня находятся в списке, и я их вижу одновременно, а не в общем варианте. К примеру, мне нужно кого-то из этого списка добавить в конференц-комнату. Ну, возьмем, к примеру, так вот, берем Юлию и добавляем в список конференц-комнаты. Вот таким вот образом. Просто перетаскиванием берем и добавляем в общий список. Обычным перетаскиванием в раздел, где перечислены все пользователи. Понятно, да? Следующий пункт в Скайпе. Зульфира, я не знаю, у меня на контрольном мониторе все в порядке, изображение есть. Двигаемся дальше. Обращаю ваше внимание на следующее. Конференц-комната, вот эта, в которой вы сейчас находитесь, она платная. Конференц-комната, которая на сайте Кораллового клуба, она бесплатная. Обращаю ваше внимание на следующее. Тем, кто пользуется очками, чтобы вы могли лучше видеть то, что вам пишут, предлагаю сделать следующее. Зайти в раздел, вот там, где мордашка, изменить размер шрифта, изменить вот таким вот образом размер шрифта, и видите, шрифт изменился. Увеличить или уменьшить можно. За трафик в Скайпе мы не платим. Мы платим за весь трафик интернета, который у нас существует. Еще один момент, на который хотелось бы остановиться. Для тех, кто плохо пользуется компьютером, для тех, кому нужна помощь, обращаем внимание на следующий раздел. Звонки, демонстрация экрана. Это касается практически всех. Тех, кто сейчас находится у нас в конференц-комнате. Кто не знает об этом, пользуйтесь. Кто знает, рекомендуйте дальше своим дистрибьюторам. Эта помощь практически, вот мне сегодня, я 2 часа был в эфире, только с демонстрацией экрана. Для чего это делается? Человек, с которым вы связываетесь по скайпу, если ему нужна помощь, вот таким вот образом заходит на раздел «Звонки, демонстрация экрана», показывает вам свой экран, и вы можете дистанционно по скайпу помочь человеку сделать ту или иную операцию, зарегистрироваться на скайпе, прошу прощения, на сайте Coral Order или coralclub.com. Понятно? Двигаемся дальше. По системам, давайте сейчас говорим про интернет и двигаемся по интернету. Двигаемся дальше. Вот, к примеру, я делаю контрольный звонок, это у меня на втором компьютере. Вот я сейчас
специально показываю экран, чтобы показать, как это делается. И демонстрирую свой экран. Вот начать демонстрацию. На контрольном. Да, спасибо. Спасибо, Людмила, что помогаете. Вот таким вот образом можно показать свой экран. Или наоборот, сейчас вот я делаю обратный звонок. Сейчас вы увидите, как это делается. Вот обратный звонок. Что-то не получается. Вот, есть, показал. Вот, показал экран с обратной стороны. Вот таким вот образом человек вам может помочь. Вот таким вот образом. Понятно, да? Двигаемся дальше. Вот обратите внимание, значок микрофон. Выключить, включить. Когда вы находитесь в общем чате, в общей конференции, пожалуйста, пользуйтесь этим значком микрофона. Очень помогает, потому что когда осуществляется большая конференция, несколько десятков людей, очень сложно вести конференцию, когда у всех включены микрофоны. Давайте, Кристина, не сейчас. Хорошо, пожалуйста. Давайте сейчас этим закончим. Вот таким вот образом можно развернуть, свернуть окно чата, изменить размер экрана. Это такие самые простые вопросы, которые, увы, далеко не все знают. Включить или выключить веб-камеру. А теперь еще, обратите внимание, кто пользуется последней версией Skype, нажав на плюс, мы можем прямо отсюда нажать на демонстрацию экрана. Звонки, демонстрация экрана для тех, кто пользуется еще старой версией Skype. Здесь же можно сразу отправить список, отправить файл, продемонстрировать свой экран, поделиться с контактами и так далее, так далее, так далее. И еще рекомендую пользоваться Skype-телефоном. Обратите внимание на следующее. Вот я захожу, у меня есть Skype, деньги на Skype. Вот. Обращаю ваше внимание. К примеру, популярные направления США, звонки в США от 89 центов в минуту. 89 центов. Пожалуйста. Вот, пожалуйста, тариф. 60 минут в месяц, 1,5 цента в минуту, 89 центов в месяц. Прошу прощения, 89 центов в месяц, а не в минуту. Безлимитный план США. 5 евро. Безлимитный план... Мир. Неограниченные звонки на телефоны в Латинской Америке. Пожалуйста, познакомьтесь с тарифными планами Skype. Пополнение доступно на сегодняшний день практически с любой... Да-да-да, Татьяна, я прошу прощения, оговорился. Доступно практически в Европе, кстати говоря, очень... В Европу очень готово, кстати, звонить. Вот, пожалуйста, справка по тому, как можно пользоваться групповыми звонками. Кстати говоря, информация по групповому звонку. Если у кого-то есть одного из организаторов конференции или одного из членов конференции существует Skype Premium, то может осуществляться веб-звонок с видеокамерой. Понятно, да? То есть если у всех, допустим, бесплатный пакет, как вот у всех большинства пользователей Skype, то один вариант. Если пользуется звонок у кого-то Skype Premium, то можно пользоваться видеозвонком общим. Обращаем внимание на следующую страницу. Страницу сайта независимого дистрибьютора Марины Яковлевны Федоренко. Вот это тот баннер вот наверху, который Марина Яковлевна взяла, точнее ее админ, который ведет сайт, взял с сайта компании. И вот эта кнопочка «Информация. Официальный сайт Coral Club» – это все должно работать. Обращаю ваше внимание, очень объемный сайт, я на нем сейчас не буду останавливаться. Вот, пожалуйста, кнопочка Coral Club работает. Здесь материалов очень много, публикации, фото, MLM, новости, карьера. Ну, кто
Кто не до конца прошел себя по сайту, пожалуйста, пройдитесь. Посмотрите внимание на всю эту информацию. Здесь же, на этом же сайте, на этой же странице, где вот вы осуществляли вход, то, что вот Марина всегда просила указывать, представляться. Здесь вы можете взять старые вебинары с помощью YouTube, с помощью файлообменника. Здесь же вы можете ознакомиться, авторизоваться на сайте, получить отдельную рассылку. Ориентировочно с первых чисел декабря будет работать форум с Людмилой. Я прошу прощения. Очень жаль, что вы его не знаете. Fedorenko.od.ua. В конце конференции этот сайт будет опубликован. Обратите внимание на следующий факт, что начиная с первых чисел декабря начнет работать на сайте у Марины Эклины форум с доктором Булиным. Да, благодарю. Спасибо. Я, во всяком случае, вижу ее. А вот Нина, просто... Сейчас, секундочку. Да, благодарю, Валентина. Когда вы пишете www, вы тем самым выпадаете на блокировку. Поэтому, пожалуйста, не пишите так. Вот вашему вниманию обзорные мероприятия, обзорный фильм, обзорная информация по сайту, по компании. Пожалуйста, зашли, взяли ссылочку, посмотрели, скачали себе, взяли, зашли на фотографии, раздел фотографии практически по всем мероприятиям, на которых участвовала Марина Яковлевна. Это достаточно объемная. Да, Ольга, будет запись сегодняшнего вебинара, но не сегодня, завтра, в лучшем случае, к вечеру. Да, и вы сможете ее скачать. Итак, двигаемся дальше. Отзывы. Пожалуйста, смотрим отзывы людей. Вот мне очень понравился отзыв, который написал Александр Подпорин. Обратите внимание, написано: в 2005 году золотой мастер компании. Подписал контракт в апреле 2000 года после конференции с участием Фрэнка Франзинака. Решил, что буду работать. Как сказал один мудрец, 3 года упорного труда и 10 тысяч лет счастливой жизни. В коралловом государстве за 3 года происходит море событий. Это путешествия, праздники, встречи, а главное, появляются много друзей. Всего в мире можно достичь с помощью кораллового клуба. Двигаемся дальше. Оксана, в разделе «Открытые вебинары» вы спускаетесь чуть вниз, там, где вы заходили по ссылке, только что там была вашему вниманию представлена вся эта информация, и скачиваете там в верхней части, будет вебинар, сегодняшний, либо на YouTube, либо на файлообменнике. Двигаемся дальше. География. Обратите внимание на географию складов. Здесь представлена информация по России, Казахстану, Украине, то есть по экс-Советскому Союзу. Я только что об этом рассказал. На сайте fedorenko.od.ua в разделе «Открытые вебинары» там будет представлена вся информация. По всем предыдущим вебинарам информация там уже представлена. Все, что вы пишете с HTTP, все заблокировано. Двигаемся дальше на главную страницу. Вот таким вот образом.